Ферма Андрея, кладбище брата. Нас сестра везет, Елена. Это рядом кладбище, тут уже сразу готовое все. На Тихона съедет. Тут сестра Елена тоже. Вот. Они могилки тут. За крайней, то куда мы едем вообще? Обратно быстрее будем. Почему? Короче, дорога? Ну, так всегда, когда незнакомая дорога едешь. А. Все, вышли на финишную прямую. Едем в лес. Подобие какого-то хуторка. Ну, вот этот вот лесхоз, вот это здание. А как он нашел такое место-то? Случайно. Случайно. Вон он, вон ферма. Вон дым даже идет, тут люди живут. Сено. Это лесхоз там рядом, вон там, с правой стороны. Заготавливают. Вот, видите, дрова. Бревна. Бревна лежат. Там вот колотые дрова. Там дрова и доски, пашки. Так, все, приехали. Вот это уже его заготовка сена, да, все? Упаковка. О. Оп. О, ноги аж затекли немного. Брата Андрея, машины стоят обе здесь, подшипники у него тут. Так он там куда заходить? Че? А заходи, а я закрою. Машину-то заперла. Вот они, телятки. Коровки. Пёсик, овчарка. Валера строил наш. Все дыще да хвалит Господа. Ой-ой-ой. Конечно, смертники, а куда еще? И а как это? Коля, ты он продает живьем или как? Ну еще пока не так. Только вот. А где он их приобретает-то? Где? Ну, коробочки. Клиента своего. Это в деревне. А вот смотри, они как наступают. Да они, главное, разные. Так они что, только тут и спят, и тут и жуют? Нет, вон там. Не будаются, не кидаются на человека? Не знаю. Нет, наверное. Вот это интересно, как это привод помню.
Сахарник из звезды. А его, вот его любят, ага, он такой. Кочевявый такой. А у того, как звезда на лбу. Это сколько говоришь тут? Больше 50. А где остальные? Ну, пойдемте. Собаки. Собаки-то не подходи. Вот он. А он дружелюбный пес. Ему косточку дали, видимо. Это бычки, а там коровки. Да какой он пушистый. Там где-то были бычки, а здесь коровки. Вон. Корова? Ну телочки, телочки. Мы еще. Зерно. А то есть потеряешь мешки-то. А. О, как это так. Котя тут. Мир тебе. А? Мир тебе, брат. Ты, видимо, скучаешь в городе, ты живешь по этому запаху, да? Ага. Слушай, а здесь тепло. Ну-ка. А тебе что, просто на прогулке, а потом обратно, да, загонишь? Котя, да какой он колосый, пусистый, мордастый. Какой, ну смотри какой, ну хороший, ну познакомились мы с ним, ну вот дай понюхай. Это у него, смотри какая она плотная, это тяжелая. Но. Ну туда надо, уже не пойдет. Бывает холодно. Это маленькие. Ну, мир тебе. Я же никуда-то не сумел так сделать. Вот они красавицы. Вот и маленькие. Маленькие все милые такие. Да. Все интересно, да, что за двуногие тоже существа. Да, а как? Вот они стоят. Лексом. Интересные. На камеру снимают. Там быки есть, на улицу выгнали. А сколько коров дойных-то? Тут три. Сколько дойных коров? Три. Нет, а там еще на улице. А там сколько их? А я не знаю. Пять, наверное. Тут тепло. Пять. Да. Андрей. Да. Телки. Коров пять получилось. Почему красная? Три черных и две красных клюшиных. Пять. А еще это, которая красная. Ну вот две красные клюхи, так это красная, и две черных. А еще это красная, рогатая. Эти мелкие, да, это телки. Ну да. Скоро будет много. Много. Через несколько дней. Еще плюс 7. А парень работает у нас. А что такое? Хорошая собака. Хорошая? Ты как кофе знаешь? Почему? Не-не-не. Сейчас скажу. Наверное. А сейчас мы пойдемте туда. Можно? Да, да, можете выходить. Ой! Наступил, подорвался. Вон там корова. Вот.
сколько добра-то тут начинает копиться. Но. Сколько, Андрей, головка? 55, по-моему, или 57. Что-то так. Я сам точно не знаю. Вот, знакомиться идет. Ну. Это корова или бык, по-моему, да? Это кто у тебя, корова или кто? Да. Или бык? Корова? Да, это импортная корова. Сементалы. Корова, которая без рогов, вы как зовете ее? Камолая? Не знаю. Нет, ты же только что название сказал. А, как про это? Сементалы это порода. Сементая? Сементалы. А, сементалы. Это порода сементала, Андрей говорит. Сементалы. Сементал. А он герефорд. Чья это порода-то? Австрийская. Австрийская. Импортная корова. Видишь, она какая большая. Ну, ты давно их держишь, такой хозяин? А вот кто видит с тобой за пару? Работает у меня. Занятие? Да. Ну и выгодно тут работать. Да. А тебе их держать выгодно? Пока не, еще нет, только вкладываю. Это девочка, да? Да. А ночью кто караулит? Охраняют ночью. Общительные. За сторожа платишь? Конечно. Вот и она. А как? Смотрит и охраняет, и чистит сразу же ночью и днем. Один человек сутками работает, сутки двое. Да. А ты хотя бы можешь подойти этот большой? Конечно, она добрая. А что у нее такой этот большой? Да, вот я этот. Рядом, когда бы повезло. Грудка вот она. Любопытная, да чего бы? Это добрая тоже корова. Это простые коровы, даже степные. Не, уже поздно. Что, не поздно? Поздно! Ну, нельзя, просто мне надо заболеть. Что за двери такие? Двуногие двери, да? А ты узнаешь, когда они будут быкать? Да, прыгаю. А он куда не производит? Искусственный. На них искусственный нужен. Хорошее семя нужно. Покупаем. Есть барнаульский плен предприятия. Там брала. Кристина у нас семинатор. Она не врач, там девочка. Не врач, я семинатор она. Вот ее семенели. Вот на... Когда они, по-моему, четверг осеменяют. А не беременна держать порознь. Как они порознь? Ну, быка, производительно. Нет, еще не доросли до этого. Вот там маленький будет производитель, который там в клетке сидит, вот родился вот недавно. Какое вот дело? На производителя. Общительно ей хочется пообщаться. Нет, он говорит, у них там теленок родился, вот он когда вырастет, тогда будет производитель. Что такое? Ботинки твои понравились. А там, наверное, коты помочились. Или кошки. А? Кошки-то вокруг крутятся постоянно. Запах идет, видимо. Да? А. Вот ну, моя умница, да, золотая. Ну, корова, две, три. А коров у Игоря, крупного рога, этого было 36, я помню. Тяжеловато. Конечно. Работа была произведена, но только это с Божьей помощью. Это больше так. Это все это сделать, это
Чашка была. За лето. Вон Алена Александровна знает это все, какая работа была проведена. Просто колоссально. Тут ничего не было, только вот маленько чуть-чуть это. Эту землю теперь я принесу. Да, собственность. Вот, чуть больше гектара. Помоги, чтобы не отняли. Сейчас они гонят того, что сейчас... Не, это все собственно, тут ничего никак. Ни в аренду, ничего. А то, что сейчас от частников нельзя продавать, нельзя. А у меня организация, я могу продавать. У меня КФХ открыта. У меня корова вообще в компьютере. Давайте пойдем отсюда, мы им не нравимся. Да, да, пойдем от Алана. Ой, да, мама. А у меня же все справка. Без этого никак. А это сколько у вас эфирировать? Сколько делать скоро? 55 или 57. Все, с малыми. С малыми, с быками полностью. А это что надо не делать, не это, просто так поднимать. Да, тракторы мы вон куча. А трактор, а вам грузить трактор-то как? Поднимаешь? Ковшом. А тут выйти нельзя потуда? Можно. Пойдем туда, а тут сыро, я валим тут. Подпускай себе. Она добрая. Вот рассердился, когда я подошел. Рассердился? Вот. А что это? Ну, да. Вот, правильно так и должно быть. Что ты лаешь? Что, может, обойдем там? Не-не, она сейчас снимается легко. Она. Да, я его сейчас расскажу. Ну что, ну что, что? Я не кормили один еще. Запутался он, смотри. Это его, вот это не надо делать, это, слышишь? Чтобы он туда не заходил, ты вот-вот-вот сделай так, чтобы он забей туда. И он не будет так проходить туда, не заб... тогда не будет заматываться. Ну ты что, мой лед мой? Смотри, мой лед. Вот эти коронки, дальше. Моя лапа, сядь, дама. Такой забой на спину трудно задушить. Он добрый, он хороший. Он хороший, хороший такой, хороший. Собачка очень хорошая. Очень добрая. Это кавказская порода, наверное. Вот такой мохнатый. Он его мороз не проберет. Ну что делать? Хороший, очень хороший. Чужому не надо подходить. А куда сестры-то делись наши? Они пошли через ферму. Они через ферму? Через ферму зашли. А быков видели? Да, да, видели. Мы туда давно отсюда не пошли. Нет, отходы, которые тебе не нужны. Есть. Вам надо? Ну, конечно, если можно бы, я взял. У меня еще у Игоря-то ничего нету. А почему? Нет работы, я не знаю. Там живот я брал. Ну, новый комбайн там, у него мало. Которая никуда не годная. Самый, который мелкий, я возьму для воробьев. Я воробьев кормлю. Ой, какой хорошенький, а. Можете подойти, он не... Он... Нет, нельзя, не приучаешь, чтобы чужой. Чужой тебя его отнимет и везет. Наоборот, его натравливаю на чужого. Ой, любит это там. Любит.
когда его почиешь. Чужим не разрешаю подходить никогда. Я с собаками занимался много, в уголовном розыске. Чужой, чтобы никогда не подходил. И маленько притравил костюм такой еще-нибудь, чтобы чужой его дразнил. Он знал, что чужой это плохо. Да, чужой. Когда он на кого-то полает где-то, ты сразу сушеное мясо или что-то ему маленько давай и говори, хорошо, чужой, хорошо, чужой. Да. Прям голос у меня совсем не мой. Что это красиво, еще не знаю. А что это, брат, из чего это, вот это то, что они едят? Это? Да. Отработка свеклы. Отработка свеклы, он говорит. А где ты поешь их? В здании. Да? В здании. А они заходят туда? Да, на ночь. На ночь они... Да, холодно же. Ну, это все ты должен был обдумать заранее. Ну, конечно. Работа колоссальная. А здесь трактор. Здесь трактор стоит. Трактор внутри стоит. Сейчас открою. Электричество, проходите. Вентилятор. О. Трактор вот стоит. Это ты трактор купил? Да, новый. 1 800 000. Ну и пусть ковш этот стоит. Ну, 2 100. Вместе с этим. Вот он, большой. Это большие деньги. Да. Большие. Так это все, а что открыли? Зачем открыли? Зачем открыли? А сейчас закрою. Это все сами строили вот. Ой-ой-ой. Да, деньги большие, согласен. А здесь вот мы передеваемся. Вот оттуда, где греешь? А вот. Вот вентилятор. Вентилятор. А вот вентилятор. Вот этот маленький? Да. А там еще батарея стоит. Ну, это столько тепла от него? Да. А он маленькое же помещение здесь. А сколько он пожирает энергии-то? Он получается, наверное, рубль, наверное, в час. Да это еще. Да. Ну, отопление варим. Отопление будет печное. А кто тут ночует из ваших? А вот дядечка охранник. Он управляется и ночует. Потом меняется, другой приходит. И сколько ему за месяц платишь? 1 500 в сутки. В сутки. 20. Понятно. Ну сколько у них получается? Помоги, по 10. Господи, давайте помолимся. Больше. Я что-то прямо это сушевался. Я-то никогда бы не потянул такого. Господи, слава тебе. Благослови это. Жена Андрея, помогающих ему. Во славу тебе. Ты сказал человеку, чтобы он трудился в поте лица. Хвала тебе, Господи. Сделай так, чтобы не было обмана. И труд их сделай полезным и безопасным. Я благодарю тебя, Господи, что позволила здесь быть, увидеть это. Благослови брата обильно, и жену его, и дитя. Слава тебе. Сохрани от пожара, от воров, от нечистой силы. Аллилуйя. Аминь. 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 Наши церкви здесь. А то у тебя это... Благослови тебя, Господь. Видео. Я бы ему нанялся работать с ним-то. Развелся? Ну, можешь пройти потом. А самостоятельно это никак. Это надо вон сколько знать. Вплоть до осеменения. Да. Это вообще. Что тут обедаете тут? Да. Посмотри, Володя. Дайте да. Посмотри. Там свет включить, Алена Александровна. А что, один раз? Другой, стекло. Стекло. И холодильник. А, Андрюша. А что стекло-то одинарное, не рама? А ну это нормально, это же пластиковое. Это пластика. Так и ставят в пластиковых. Это пластиковый окно. Стеклопакет. Ой-ой-ой. Там двойной или тройной. Вот еще обогрев. Вот обогрев еще. Маленькая комнатушечка.
Как буддийский монах такой. А это вот Любовь Николаевна нам холодильник-то отдала. Мы его еще подшаманили. Откуда у него? Ну, от этих. Гавриилов, что ли? Не знаю. Гавриилов холодильник. Ну, не знаю. Вот такой же, да, печка была. Умывальник такой же купили, ага, примерно, да? Да, да. Да, водопровод тут есть, да? Еще не сделали. А водопровода нету? Нет, только канализация, вода спускается. Нет, ну где-то, где-то воду-то. Есть, есть, да. На ферме вода своя качает, скважину копает. Лазарет. В землю. Это лекарства все, вот аптека вся. Алина Александровна знает, заказывает. Тебе тут никто не прессовал, там тебя как-нибудь? Нет, а кто ко мне подписывает? Все с Божьей помощью же. Ну, я особо за тебя буду молиться. Удивил. Удивил? Хорошо. Ты в моих глазах прямо возрос. Ты просто подшипник, а тут тебе скотина, все мне знакомо, и столько работы, и нанимать рабочего. Вот сейчас слышу советская власть, тебя сразу сошлют на рынок. Работы много. Раскулачат сразу. Ну, надо молиться, что уровни классные пришли. Провожай нас, выгоняй, тебе надо тут разбираться. Спаси Христос, что не прогнал нас. Мне все понравилось. Дверь специальная. Бронированная. Молитва, да, я теперь прямо среди тех, которые у меня отдельно люди, там, первые, а ты знаешь, Тигру, мы же тогда да. С Игорем, Андрея поминали. Спасибо, Христос. А у Игоря как идем, там, где у него люди, мы туда, и мы всегда останавливали, шапки снимали, и каждый день молились. Ну все. Ну, где он? Это мой отдел. Ну, я всегда ждали, что туда выйти. Если по-хорошему, ты не пропадешь, дорогу. Ну и тещу люби. Тещу? А как без тещи-то? Ну, как любим ее? Видишь, она везде успевает такая. Да. Ну даже не знаю. Теща молодец. Работает. Пашет. Теща пашет. Она не работает, она пашет. Ну все, слава Богу. Это будет иначе не доделано. Не успели уже ко времени. Да, это вот делаем, но вы стоило под коров. Ну, коров давайте сделаем. А камеры, камеры? У нас камеры стоят. Вот это хорошо. Камеры поставили, вон они висят. Совершенно негожие, которые будут у тебя это, отходы. Совсем не я привезу. Или можем в частности. Сейчас неудобно. Я привезу. Пару мешков, да. Такой, который совсем не нужно, такая труха, это мне два рабьёт. Привезем. Ну, а это вот солома вот у нас лежит. Это солома? Да, солома. И за все деньги платить надо. Сам трактором тюковал. Ну, сами работник тюковал. У нас пресс, косилка. А надо заразило туда, где у тебя там домик. А, были там, да? Были. Дом, это вот они, это начало, начаток. Начало. Начаток, который крутит. Да, видели, там и косилка, и рулонник, там еще трактор стоит старенький. Грабли. Я не скажу, что это не скажу. Соседи-то знаешь, с кем тот, что за люди живут-то, никак? Нет, не знаю, не ходил ни разу. Да знаешь, что вот лескос, вот черёмный лескос, это большое здание. Дрыш, кто тебе штопал в штаны? А, похоже. А вот, штаны, он так по ваши городу ездит. Вот видите, похоже с вами? Вот, у меня так же.
Видите? Ну, нормально. Маленько дохожу. Теща даже не делала. Поднимай, говорит, соседа, говорит, они думают. Вот соседа хорошо знает пилораму, я у него лес беру. Ни с кем скандал не заходи. Кто знает, пасечник, дядечка, хороший пасечник. Пасечник это хороший. Да, пасечник. У него там обшанник, вот там у него здание обшанник в земле. Ну, я знаю. Мама лежала, я обшанники делал. Тоже знаю. Ну это просто так. Ну еще, смотри. У меня тоже, видите, похоже. Очень вас, даже. У вас постарел, у меня поновее маленько. Ну, ну лет через 20 дойдут до такого ну, же. Ну, доктор Рыгулы говорит, под каждой зарплатой у меня зашит миллион. Ну все, с Богом. Спаси Христос, что приехали. Тебя спаси Христос. С Богом. Давай, брат, с Богом. Батя, с Богом. С Богом. Посчитаем, сколько километров. Время сосечено и время. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.